Всем привет, мои хорошие, мои любимые, любители орхидеек. Сегодня такой прекрасный солнечный день, хотя и уже довольно-таки прохладно на улице. Мы переехали с северного окна на южное. Тут у нас потеплее, очень светло, уютно. И что же я заметила сегодня утром? Вот мне ответили там, что это корешок большой. Так я приглядываюсь сегодня, а там у меня еще что-то намечается. Но это уже точно цветонос. Да. Это беленькие у меня разводы от воды и, возможно, от фитоспорина. Так что... Не пугайтесь, это не паутинные клещи. Это моя бордовая орхидейка в краб, которую я вам показываю. Так, следующая у нас новость. Попугай все-таки отсушил свой цветонос. Как я не пыталась, как я не пробовала, я поэтапно его срезала. И воск я пробовала, и садовый вар, но нет. Он стремительно его засушил. И в конечном итоге все те почки, что у меня были, я их потеряла. Печалька. Ну, ничего страшного. Следующая моя больняшка, которую я лечила, реанимировала, она у меня пустила листик. Боже, какая я довольная. Я знала, что у нас будет все хорошо. Я была настроена на позитивный результат. Я чувствовала, что я все делаю правильно. И также мне подсказывает моя интуиция, что да как, да к чему. Про эту орхидейку у меня будет целая серия видео. Что и как я поэтапно делала, от чего она заболела, вообще история ее, как, что и к чему, как я ее купила, как я ее пересаживала, какой страх у нас был с корнями. Вот, и наконец-то, у нас новый листик. Будем жить. И у нее не только новый листик. Сейчас я вам покажу. Вот, у нее проклевывается. Мама, не стащи. Значит, у нее проклевывается корешочек. Это очень хорошо. Я ее поставлю на ноги. Она вот у меня тоже вся фитоспорине, видите? Беленькие такие разводы. Так, а с этой стороны. Так, там пока непонятно. Я ее переверну. Я всегда свои орхидеи ставлю. Всегда одинаково. Вот так она у меня привыкла вот так вот стоять. Значит, такой стороной я ее и ставлю всегда. Не кручу, верчу, не переворачиваю. Так. Нет. Значит, вот этот нижний лист, он вот такой вот. Она как бы его как отсушивает. Вот эти листья, они нормальные. А там было очень много механических повреждений. Я зачищала и все. Вот тут вот. Так. И с той стороны, возле самой шейки. И я так понимаю, что она его со временем... Она его отсушит. Вот. Ну ничего, мы нарастим новые корешочки, мы нарастим новые листочки. И все у нас будет просто замечательно. Так, ну эту орхидейку вы видели недавно. У меня было видео о пересадке. Да, моя лимонная орхидейка. Тут у нас тоже лезет новый листик. Все у нас нормально. Следующая орхидейка — это моя птичка. Blackbeard она еще называется.
Вот у нас растет такой корень огромный, воздушный. Я ее планирую пересадить. Сейчас я ее подниму. Вот. Но никак у меня не доходят у нее руки. Там с корешками у нас все окей. Но что я заметила? Сейчас вам покажу. Вот. Посмотрите, что у меня в горшочке тут выросло. Видно ли? Отсвечивает. Вот. Посмотрите, какая растительность. Прям целая травинка. Угу. Тут эта травинка вот такая смешная. Хотя я ее не заливала, никогда не переувлажняла. Есть отверстие. Очень жду от нее цветения. 4 листика. Ну, цветение у нас появится, когда, я так понимаю, будет листиков 5-6. Ну, 5 это как милая. Обещали птичку. Что с нее получится? Вот тут такая есть розовинка. И, кстати, можно определить. Видите, каким цветом она будет цвести. Я замечаю, так вот по орхидейкам, сейчас сфокусирует, что очень часто совпадает. Вот какого цвета шейка, приблизительно такого цвета будет и орхидеюшка. Также бывает краб.